Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севена, мы продолжаем играть в такую замечательную игру, как Mass Effect под номером Alden. Так, ладно. Как всегда, мы смотрим в одну сторону, а ехать нам надо в другую. Черт, я не хотела это сделать. Я хотела флажочек поставить. Вот, отлично. Унеслась, в общем. Как всегда, покатушки. Сири с покатушками у нас обычно... Слушайте, у нас, кстати, транспорт уже как бы скоро издохнет. Где его чинить надо? На Нормандии или вот прям тут? Кто там знает, отпишитесь, это я что-то как-то за этим не слежу особо. Не, в обход я не хочу. Долго. Кому нужен обход, когда у нас машина на гравитацию? Ну, почти не реагирует. Давай, бипика, давай! Она мне напоминает жучка какого-то, вот по форме, по своей. Как жучок. Тик, аккуратненько. Тихо-т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 ихо
в общем. Ой, ты. Тихо. Ладно, я думаю, выползем отсюда, если что. Так, о, как раз. Чуть-чуть. Что-то как-то все-таки, мне кажется, в первой части многовато таких моментов с покатушками. Как-то они первый раз, ладно, там, да, доставляли, может, то, что клево покататься можно. Потом уже что-то как-то не очень. Теперь для меня это какая-то рутинная прям. Ай, нет. А, ладно. Есть идея. Аккуратно. Сейчас как-нибудь в обход все-таки придется ехать, черт возьми. Ай, я все это не люблю, и кто бы знал. Богу. Нет. Наверх хочу. Пустите наверх. Направо. Ну и налево. Теперь направо. Теперь прямо. Налево, говорю тебе. Та-та-та-та-та-та. Я вообще где-то в шопе. Причем в конкретной. Черт, еще машину так не перекручивала. Ядрить-то. Я вот специально такие моменты в игре не убыстряю, ничего с ним не делаю. Ну, быстрее я там не могу. По нескольким причинам. Что еще и проблемы могут возникнуть с этим. В общем, чтобы прочувствовали всю степень того, как это круто кататься в Mass Effect на машинах. На всех этих. Так, сейчас налево, я надеюсь, будет где-нибудь поворот. Красота, конечно, замечательная, все дела на Юкуламане, сколько ж можно. Так, походу нам туда надо будет. Но это потом. Сперва я все-таки хочу доехать как-то доверху. Взять, что мне прилагается. Полагается, точнее. Но меня еще сюда не пустят, да? А хотя не пускают. То есть на самой-самой верхотуре здесь какая-нибудь фигня будет лежать, которую мы даже... открыть не сможем чем-нибудь. Стоп, назад. Где ты? Где ты, непонятная вкусняшка? Где ты лежишь? Так, враг уже рядом. Главное не разбиться. Вы видите, да, этот эпик? Это, по-моему, было шикарно. Вот мне интересно, как изнутри это выглядит, насколько все так лежит. Просто это как с водопада. Так, найти полезное ископаемое. Ну, черт. Фу. Легкий металл. Бериллий. Отлично. 6000 кредитов. Прекрасно. Налево, направо. Так. Мы в какой-то долине, причем в. И вот еще бы вот этой хрени не происходило, вот этой вот. Камера здесь очень умная. Так, ладно. Сейчас выберемся нормально.
налево, налево, налево. Как-нибудь. Надо все-таки машинку как-то починить, этот тухляк. Она скоро и сдохнет, а если у меня с собой никого не будет, я придется либо пешком бежать замечательным образом. И мы вряд ли так далеко убежим. Придется, скорее всего... Да, скорее всего, на Нормандии надо чинить, потому что если она вдруг поломается, нибудь нужно будет прийти на Нормандию, там же она как раз стоит. Починить все дела. Так, налево. Ах. Блин, вот это меня раздражает, честно. Все-таки Mass Effect 1, он, конечно, замечательно, да, ролевой, но он очень затянутый какой-то весь. Он очень такой неторопливый, долгий, медленный, а где-то даже неоправданно. Екламаны. Налево я хочу. Пусти меня налево. Так, теперь как-нибудь. Я сейчас просто психану и не поеду туда. Реально задрала. Аномалия, блин. Куда нам там? Гражданское здание, научный комплекс, гражданское... Что такое, обломки? Ну к черту эту аномалию. Ебок, мы уже, конечно, очень близко к ней. Я долбалась. Как-нибудь сократить здесь сможем? Нет, нет, давай чуть-чуть. Налево. Направо, я сказала! Да ёкаламаны, не так направо. Может быть, кстати. Да что ж тебя так трясет-то, господи, боже ж мой. Господи. И богу. Ох ты ж, ну неужели мы до сюда ехали? Да... Еще если мы не открыть, не сможем с первого раза, потому что, как вы помните, у Нигели-то у меня нету больше. Титан. Ой, в твоих интересах. Диск с данными, Вечкин. Он прекрасно, ну и чё? Ну хорошо. Птичка, это хорошо. Ой, так ладно, сейчас. Направо, направо, направо. Все хорошо. Уравнитель опять, освободитель. Слушайте, как много всего. Так, по поводу тяжелой брони. Я там на Эшли на это самое. Может быть, титан на нее прям натаранить. Опять эта корова. Ну хоть теперь серая, а не вот такая вот. Чем мы переключаемся-то? А на себе там что-нибудь сидеть сможем, путное? Всей видимости, нет. Печалька. Ну ладно. Так, ладно. Кстати, у меня есть предложение сохраниться. И вот теперь понеслась. К зданиям, к обломкам, я не знаю, к раскопкам, куда угодно. Так, стоп. Вот чьё так разворачивать-то стоит чуть-чуть нажать. Так, 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 аккуратненько. Не хочу раздолбать последнюю, первую и последнюю машину. Ух ты! И при этом одно колесо только сдулось. Это гениально просто. Ой. А, давай, 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 чуть-чуть. Чуть-чуть. Налево, налево, налево. Ну ладно. Тык налево, я тебе говорю. Тык аккуратненько. О! Ага. Пошли все вон. Да какая разница, где все? Враг есть. Вот, поэтому нет никого. Хаски, прекрасно. Только я могу так драться с хасками.
Ни в одного не попадаю. Он еще живой, что ли? Я же его сбила. Да ты че? Да умри ты, что ли, господи. Так, давайте сперва до обломков добежим. Доедем, точнее, потому что... Не знаю, чем все это обычно кончается. Мы туда заходим. А после выполнения задания я что-то как-то не очень горю желанием кататься вот тут, собирать все это. Тем более здесь близко, это хорошо. Не придется петь по горам. Лазать. Так, что у нас тут? Подождите, ну вот, обломки ж. Ага, вот. Черт. У кого электроника? Не знаю, круче. Я не знаю, как-нибудь можно им приказать это сделать, нет? А вот почему, кстати, нет? Или можно, но я просто не знаю, как. В общем, не знаю. Потом как-нибудь. Наверняка кто-нибудь в комментариях напишет. Так. Чем хороши комментарии для видео? То есть, любой вопрос, которым ты задаешься, походу, обязательно на него кто-нибудь что-нибудь ответит. Ну, сейчас подъедем как раз ко входу, и хорошо. Да я бы с удовольствием, но... Во. Прекрасно. Я чувствую, нас там ждет очень много хорошего. Тулпы хаск. Да. Черт, сохраниться же не дают. А, нет, дали. Взад куда-то ему попало. Там что-то две... Так, ребят, давайте вот сюда. Один. Второй. Ты чё, дурак, что ли? Кайден, это ты был. Я чувствую, это ты. Кто же еще это мог быть? Как не ты? Ну что такое-то? Так, один. Слушайте, они ничего не стреляют-то, кстати. Смотрите, как с хасками быстро расправляются. Так, а здесь только один дерганный. Тихо. Слушайте, вы хоть и мерзкие сами по себе, но стреляете вы отменно, должна признать. Так. Хорошо, крутненько. Но все равно я лучше. Я же Шепард. Так, погоди. О, на-на-на-на-на-на. Все то же самое, да? Я прям даже не знаю. Так, вот это, кстати, Вунигель. Торнадку. Нагонь для перегрева, точность. Пускай будет это. Стингер. Бери. Ты же у нас мега-мега. Так, вот это Вунигель. Вунигель. Так, снайперка. Блин, даже не знаю, что бы тебе дать, да? Наверное, ничего. Да? Кайдер, у нас все равно биотик, ему вообще пофиг дым. Какое ему оружие давать? Пистолет ему всучить и пускай живет. Так. И теперь куда?
К следующему, я так понимаю, да? Там у нас три здания, помните, было? Одно мы, я так понимаю, вычистили. Ну, да, по всей... Чё-то... А! Дробовик, винтовка, тяжелая броня. Ну-ка, подожди. Как она выглядит? Точно так же, что ли? Ну-ка, я же ее не смогу надеть. Черт, надо как-то прокачать. У меня же вроде... Я же видела у себя вроде как где-то, что можно тяжелую броню на себя надевать. Но, видимо, я ошиблась, да? Так, ладно, уходим, идем в следующее здание. Кто-то тут что-нибудь очень хорошо тут поработал. Так, стоп. Здесь мы были, теперь сюда. Хаба-хаба-хаба, поехали. Так, сюда. Налево. Давайте сохранимся, это мне, как всегда, плохое предчувствие. Смешно так было в Скарим. Поиграла. Ну, все, записала Siri, только отключила, прошло 2 секунды, у меня игра вылетела. Причем вообще без всяких этих, просто взяла и ушла. Все, ее нету. Чистый рабочий стол, все хорошо. Думаю, ох, как вовремя. Прям вот почувствовала, что делала, господи. Ну, пошли. Я думаю, у нас как раз вся эта серия вот на зачистку вот этих мест и уйдет. Да ты чё? Так, ну это Хаска. Блин. Слушайте, может не надо стрелять через меня? Я, конечно, отдаю должное вашему мастерству и все дела, но... Не настолько. Так, аккуратненько, ребят. Тихо. Болезные. Так, вот тут еще. Так, тихо. Вон, вон, вижу. Было же, господи, где-то. Чё ты орёшь-то? Так, тут еще один. Где он? Где ты? Тут? Господи, где ты? Отличненько. Так, хорошо тогда. Да, хорошо. А, ладно, поднимемся на второй этаж. Наверняка там что-нибудь есть, как всегда. Не факт, что нужное, но... Если там будет аптечка, уже хорошо. Так, тут быстрее, тут ничего нету, печаль. Я помню, в какое-то место в такой же пришли, в какой-то такой же ангар. А куда его вставлять, этот биосилитель? Так, ой, это шифровка, черт. Так, аккуратненько, надо как-то... Бара-бара-бара-бара-бара. Страйкер. Кстати, насчет страйкера. Нет, он по всем параметрам хуже. Давайте его в унигель. У нас есть и покруче. У нас не столько снайперов, чтобы мы прям... Так, уравнитель, пожинатель. Туда же. Даже. Что у нас, кстати, по пистолетам? Унигель. Унигель. На буре. Ну, я бы взяла, но мы же не умеем пользоваться, так что толку на самом-то деле. Ладно. Хорошо, идем к следующему зданию. Будем надеяться, что там
хоть какие-нибудь ответы нас ждут, это мы пока что только бегаем и зачищаем. Это не очень интересно, если честно. Я уж надеюсь, что здесь хоть какая-нибудь тайна, достойная моего внимания, да есть. Как показалось. Тут ничего. Все, отлично. Последняя точка на карте, и мы свободны. Тык-тык-тык. Сюда. Ну, недалеко, кстати. Тык-тык. Понеслась. Как-то очень пустынно, учитывая, что здесь как бы штабы какие-то, да? Ну, лаборатории всякие, ангары. Для чего они тут стоят? Чисто вот из-за вот этих вот точек раскопок. Там раскапывали сюда, привозили, потом забирали. Как бы как вариант, но как-то все равно слишком пустынно все выглядит. Честно говоря, не похоже, что здесь какие-то большие комплексы. Какие-то маленькие ангары. Как-то все очень маленькое. То, что мы там нашли, первые это были вообще обломки какие-то. Куда я попала? Блин, камера, если бы ты еще нормальная была здесь. Мы доедем доверху, пожалуйста. Давай. Машинка. Ура. О, хорошо. О! Все, я надеюсь, здесь у нас действительно хоть что-нибудь нам расскажет. Господи. Автомат вообще какой-то неприцельный, ни одним местом. Всегда с ним проблемы, никогда не стреляют как нужно. Мне казалось, я слышала выстрела, если честно, поэтому... Мне, честно говоря, напрягает отсутствие кого-либо. Так, где там вход-то был? Подожди. Воу! Вот вход. Когда-то, по всей видимости, был еще один Мако, да? Как-то странно, он так стоит, прям на воздухе. Ну или там на какой-нибудь выступающей части все равно не перевешивается ничего. Так, ну вот тут-то точно нам должны дать ответы на наши вопросы. Так. Небось на группу ученых набредем. Хотя, судя по красным точкам на карте, вряд ли. Что-то вообще грустно. Тихо. Ну, я видела. О! Ребят, мочим, мочим всех. Ох, нифига как их много. Так. Загнали в ловушку нас. Причем в жесткую такую. Тихо, тихо, тихо. Эшли, держись. Стреляйте, стреляйте. Смотрите, какие живучие Кайден и Эшли. Другие бы тут поумирали уже 10 раз. Че, неужели вообще ничего не расскажут нам? В чем суть-то всего этого была? Че, че, че? А, вот дверь. Ага, вон, вижу. Отлично. Нет, сперва сюда. Может быть, это была и плохая идея. Что-то, знаете, похоже на комнату для битвы с боссом. Поэтому нафиг валим. Все-таки это не та игра. Здесь босс просто так не вывалится. Хотя... Кого я обманываю? Отлично. Бери все. Так, первопроходческая группа колонистов обычно состоит из нескольких десятков специалистов. Совершенно очевидно, что никто из них не выжил. Членам Цербер придется ответить за то, что здесь произошло. Цербера, да? А ну. Это, видимо, Цербер здесь, да?
шуровал. Так, нет, 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 с этой стороны хочу. Фу, успела. Не люблю тратить уингит, кто бы знал. Это что-нибудь есть? О! Как раз. Все, отлично, мы выполнили это задание. Уходим отсюда. Значит, здесь все... Подождите, а почему до сих пор восклицательный знак до сих пор работает? Я же уже сделала вроде все, да? А. Ну, это мы... Это не то. Вот это мы, по-моему, делаем, да? Или нет? Нет. Поиск данных тоже нет. Или, подожди. Нет, это не то. Поставки, встать комнату. Что мы делаем-то хоть сейчас? Я заблудилась. Так-то не то. Вот. Мы же это делаем, да? Короче, заблудилась. Что мы делаем? Я не понимаю. Вроде уже все сделала. Нам даже выскочила вот эта штука, то что... О, Цербер. Нехорош. Может, сюда все-таки зайдем? Музыка пошла, смотрите-ка. Вот эта музыка меня напрягает. Мне каждый раз кажется, что сейчас что-то произойдет плохое. Причем такое какое-то... Такое давящее. Терминал открыт. Но мы же это уже сделали, правда? Даже такие моменты говорить ничего не хочется, потому что для атмосферы. Ладно, уходим отсюда. Не нравится мне здесь. Здесь пахнет смертью. Это, кстати, игла для создания хаск, если я не ошибаюсь. Уходим нахрен отсюда. Так, хорошо. Возвращаемся на Нормандию, да? Да? Тут мы были, здесь мы ничего не можем... А, вот гражданское здание, гражданское... А, Протанская пирамида. Мы там не были. Так ведь? Мы были тут. Мы же только в гражданских, да, были зданиях? Не помню, блин. Ладно. О, у нас машинка восстановилась. Как так получилось? Тихо. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так, тихо. Сейчас я выйду отсюда. Так, ладно, отправа. О, музыка пошла, надо же. Не, все-таки мне кажется, мы там были. Мы были только в трех зданиях. На одних обломках и на одних раскопках. Да? Или у меня уже все? Ладно, сейчас узнаем. Скорее всего, это плюс сейчас жестко, и куда-то я. Где-то я просто не была. Забыла это. О, черт, как я не люблю такие моменты. Давай уже. Боже, как бесит. Невообразимо просто. Ну давай ты, господи, ну хоть где-нибудь-то проедь, а? Хоть как-нибудь. Так, все, нафиг отсюда. Так, направо. Не поеду больше по этим горам. А, ну подождите, мы что-то были вроде. Я помню оттуда. Красные линии, все дела. Что-то я уже все. Я уже, по-моему, тупить начинаю. Так,
Ой, еще застрять не мешало. А, не хватало, точнее. Так, тик-тик-тик. Да, по-моему, так были уже. Я еще помню, как я здесь пыталась забраться. Подождите, у меня уже все, да? Я чувствую. Да, может сюда уж все, может сюда хоть. А, это вот эта пирамида типа того. Ну все, тогда возвращаемся, потому что тут мы были, да, и здесь все, везде мы были. Вернуться на Нормандию, да. Все, отлично, давайте тогда на этом серию да, ну, завершим. Опять разъезжали, ничего толком не увидели, никаких разговоров. Ой, я начинаю подумывать о том, чтобы не выполнять вот такие вот задания побочные. Потому что, ну вот такие, по крайней мере, потому что, черт возьми, ну это столько времени и впустую практически. Ну не то, что впустую, но просто для себя бы я, может, их проходила бы все вообще. Но для летсплея это очень ёмко. В общем, не знаю, подумаю. Если там прям действительно чем-то таким вкусным будет пахнуть, тогда я буду проходить. Если нет, то я, не знаю, может быть, буду проходить для себя, а просто не снимать это. Хотя какой смысл, правда, тогда делать, время тратить? В общем, не знаю, подумаем. Все-таки первый Mass Effect, он более такой прям большой, толстый, широкий. А, тем не менее, если вам понравилась данная серия, оставляйте лайки, то есть пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И, конечно, огромное спасибо за просмотр. С вами была Seven, всего хорошего, удачи и пока-пока.